Всем добрый вечер. Мы сегодня с вами разберем ренко-бары и разберем простую, на самом деле, но весьма эффективную торговую стратегию с использованием баров ренко. Я вам опять-таки в конце вебинара дам ссылку для скачивания. Мы будем использовать... На самом деле, эту торговую стратегию я разбирал раньше, где-то, может быть, года полтора назад, может быть, чуть больше, не помню. Но мы там использовали индикатор для построения ренко-баров. И индикатор себя показал не очень хорошо, потому что на самом деле использовать индикатор оказалось не самая лучшая вообще идея для построения именно графиков рынка. Поэтому мы будем использовать... Да, запись включил, большое спасибо. Поэтому мы будем использовать советник рынка, но при этом мы будем использовать параметры именно те, которые мы использовали для индикатора. На самом деле эта торговая стратегия внутридневная, она подходит сейчас как никогда, потому что сейчас мы видим, что очень хорошие тренды. Я думаю, что кто вчера был из вас на вебинаре, знаете, что у нас отработались идеально практически все сделки. Вы помните, что по евро-доллару мы покупали, по фунту покупали, по новозеландцу у нас была покупка на формирование восходящей конструкции. По иене я сказал, что покупка есть, но я ее покупать не буду, потому что она просто невыгодная. По канадцу мы с вами рассматривали продажу, которая вообще шикарно зашла. Ну, впрочем, как и по евро, и как по фунту, так же, как и по новозеландцу. В общем говоря, очень много хорошо у нас отработали сделки, отработали за один день, именно потому что сейчас тренд. А раз сейчас тренд, значит, нам нужно разбирать трендовые торговые стратегии, которые дают возможность ранние точки входа, и при этом наиболее вероятно, чтобы эти точки входа были качественные, а качественные точки входа могут быть только на завершении коррекции. И, соответственно, мы сегодня с вами разберем, как определять эту слабость. То есть, на самом деле, просто какой-то свечи, там, пин-бара или еще чего-нибудь. Этого очень мало. Для того, чтобы хорошо зайти в рынок, нужно определить слабость. Эту слабость мы будем определять, будем входить только на формирование восходящей конструкции и только по тренду. То есть, вот все это будет. То есть, все правила, которые должны быть для торговли, именно внутри тренда, по тренду, мы будем все эти условия соблюдать обязательно. И, конечно же, мы разыграем 500 рублей на телефон, как всегда, вы помните, на моем YouTube-канале. И не заканчивается розыгрыш, ну, по крайней мере, пока я его еще не заканчиваю, пока он еще продолжается, 500 рублей на телефон. Для того, чтобы в нем участвовать, необходимо на запись вебинара, ну, соответственно, завтра я выложу запись этого вебинара, нужно будет оставить комментарий, и по этим комментариям уже программа выберет победителя, которому я переведу на его телефон 500 рублей, ну, такая вот маленькая материальная помощь, просто так, никаких регистраций от вас не требуется, ничего от вас не требуется, просто оставляйте комментарий под видео, и, соответственно, в следующий вторник на новом вебинаре мы разыграем очередные 500 рублей, и так мы делаем уже на протяжении нескольких месяцев. Итак, напишите, пожалуйста, какой у нас рандом будет выигрышным, для того, чтобы мы могли, соответственно, выбрать победителя. Сильно далеко не пишите, вот, ну, какой-нибудь там ближайший напишите, кто у нас будет выигрышный. Вот, 4, 3, 4. Вот, видите, у нас две четверочки, я думаю, можно делать 4. Давайте я перейду на свой экран, и мы сейчас быстренько разыграем 500 рублей. Делаем ставить, делаем рандом. Так, это у нас первый. Так, теперь мы делаем, вот она, хорошо, сделаем вот так, второй, третий и последний, и вот последний. Николас Бус, спасибо, полезное видео, побеждает в этом розыгрыше. Розыгрыш получился не из легких, потому что у нас программки сегодня не работают. Ну, ничего страшного, такое тоже бывает. Все, я записал, если Николас Бус с нами, то, соответственно, вам нужно будет мне написать любым удобным способом свой номер телефона и, соответственно, подтвердить, что вы, это действительно ваш аккаунт. И все. То есть вот такая вот простая задача. И, соответственно, оставляйте номер телефона, я вам перевожу туда, на этот номер телефона, 500 рублей. И все. Вот, в принципе, других условий нет. Итак, что же у нас за стратегия? Все оставил вот именно с обзором рынка, с навигатором, для того, чтобы вас научить сразу это все использовать. Давайте разберемся вообще, что такое ренко-бары. Для новичков будет вообще очень интересно, потому что именно использование ренко-баров помогает отфильтровать ненужные сделки. И для новичков это, я считаю, что самое классное, что можно вообще сделать. Вот. Что такое ренко? Ренко, во-первых,
во-первых, не имеет никакого таймфрейма, в принципе. То есть у рынка баров таймфрейма не существует. И когда там кто-то спрашивает, например, а какой таймфрейм выбрать для рынка баров, то этот вопрос вообще не актуальный. Почему? Потому что у рынка баров таймфрейма нет. Да, такое бывает. Почему их нет? Дело в том, что рынка — это кирпич. И, соответственно, этот кирпич может иметь какой-то диапазон. Ну вот, например, фунт-доллар. Находим фунт-доллар на простом графике. Это вот сейчас у нас рынка-график. Как видите, у нас все одинаковые кирпичики. Вот. И мы найдем фунт-доллар на простом графике. И он у нас уже вот такой. Вроде М1, да, но у нас уже есть движение вверх, движение вниз. И какие-то вот такие вот импульсы, коррекции постоянно-постоянно происходят. И, соответственно, мы ставим на простой график, это мы с вами сделаем отдельно на графике. Просто сейчас хочу до вас донести информацию, именно что такое рынка и почему это хорошо. Почему рынка барами стоит пользоваться. Соответственно, рынка бары из свечей делают кирпичи. Соответственно, если у нас кирпич прошел заданное количество, точнее движение цены прошло заданное количество пунктов, то у нас строится кирпичик. Если у нас следом прошло еще столько же пунктов, строится следующий кирпичик. Итак, следующий. И в нашем случае, вот давайте мы увеличим, замерим кирпичики. Видите, они все одинаковые кирпичики, по-другому быть не может. Так же, как и нисходящие кирпичики все одинаковые, и восходящие будут все одинаковые. Почему они одинаковые? Потому что просто в советнике я задал значение 50 пипсов, ну то есть 5 пунктов. Задал значение 5 пунктов. Соответственно, один кирпич равен 5 пунктов. И именно отсюда выходит вывод, то что нет таймфрейма. У графиков рынка не может быть таймфрейма, потому что, ну, например, у нас какая-то слабая волатильность, там 1 января и все такое. То есть, ну, рынки только начали работать после Нового года, и, соответственно, никто там не торгует. И у нас этот кирпичик может быть хоть 10 минут, хоть 20 минут, хоть 30 минут, сколько угодно времени, пока мы не сделали новый кирпичик. И вот таким образом у нас будут рисоваться тренды, коррекции, и мы все это будем очень хорошо видеть. И, соответственно, на этом мы сможем очень классно сделать технический анализ. А именно найти какую-то слабость. Вот видите, сейчас, кстати, у нас формируется слабость. Я думаю, что на индикаторе авесом-осциллятора вы увидели, что у нас тут очень сильная дивергенция. То есть у нас максимумы обновились. Вот у нас был один максимум, второй максимум, третий максимум. А здесь они у нас ниже, ниже и ниже. Это говорит о слабости. Это говорит о слабости, а значит, есть вероятность того, что пойдет цена вниз. Но это только вероятность. У нас будут строгие правила для того, чтобы входить в позицию. Они очень строгие, их никак не обойти, и, соответственно, мы будем их с вами использовать. Итак, мы определились, что рынка бары — это лишь кирпич. Кирпич, который рисуется именно из-за того, что цена идет вверх или вниз и проходит определенное количество пунктов. Вот давайте мы опять перейдем на фунт-доллар и посмотрим настройки советника. Кликаем по мордочке, если вы хотите какие-то изменить настройки, то достаточно, именно у советника, достаточно кликнуть по мордочке. Вот кликаем по мордочке, у нас появились настройки. Смотрите, очень важный момент, на который попадаются огромное количество новичков, просто гигантское количество новичков. Это проблема в том, что когда вы ставите, ну как правило, 95%, наверное, тех, кто торгует на рынке баров, используют именно советник рынка Live Chat 3.2. Ну, 3.2 это один из самых таких классно работающих, поэтому именно он используется. Вот. И, соответственно, что происходит? Дело в том, что по умолчанию, как правило, у многих советников не стоит галочка «Разрешить импорт функции DLL». Если у вас не стоит такой галочки, то, соответственно, у вас не будет советник передавать в другую папку, в другой раздел вашего MetaTrader информацию о движениях цены. А если этого не будет, то, соответственно, вы не сможете открыть автономно график для того, чтобы построить именно график рынка. Поэтому всегда, когда вы используете, неважно на какую именно вы используете стратегию, если вы хотите использовать графики рынка, то у советника обязательно должна стоять галочка «Разрешить импорт функции из DLL». Причем даже не важно, какой советник вы используете. Любой советник, который строит графики рынка, он должен давать разрешение импорта функции из DLL. Это обязательное условие, по-другому просто он работать не будет. И вот здесь как раз очень у многих появляется проблема и говорят, что вот не строится, не появляется. А строчка, смотрите, если вы все правильно сделали, когда вы поставили советник, то у вас слева вверху появится строчка, что вам необходимо открыть график офлайн таймфрейма М2.
Ну, опять-таки, почему М2? На самом деле М2, потому что у меня здесь в настройках стоит М2. Я могу задать М3, тогда он будет просить М3. Вот. Но по факту М2, М3 или там М299 от этого таймфрейма никакого не появится. Почему не появится, я вам уже объяснил, потому что у графиков Ренка таймфрейма не может быть в принципе, потому что каждый кирпич будет появляться, даже если мы за одну минуту пролетим, например, 100 пунктов, то у нас, соответственно, будет по 5 штук, это получается 20 свечек. То есть будет 20 свечек за одну минуту. Почему? Потому что мы пролетели 100 пунктов. И вот это просто неизбежный момент. А поэтому нет таймфрейма. Его просто быть не может в принципе у графиков Ренка. Ставится циферка 2 просто для того, чтобы вы могли в офлайне поискать тот таймфрейм, который вы, соответственно, установили. Здесь мы ставим количество пунктов. Именно в пунктах, не в пипсах. То есть это старый советник, и он адаптирован под пятизнак. Соответственно, когда вы на пятизнаке ставите циферку 5, это то же самое, что 50. Ну, то есть 5 пунктов или 50 пипсов. Это ровно то же самое. Все, здесь нам ничего больше делать не надо. Нам нужно только поставить 5, потому что по умолчанию стоит 10 у советника. Да, такое есть. И, соответственно, у нас стоит офлайн на таймфрейм 2. Он стоит по умолчанию. Его менять не надо. Вы можете этот советник поставить на 10 валютных пар. Ну, соответственно, у меня он здесь так и стоит. Давайте я закрою. И вот у нас есть на фунт-долларе, на долларе-иене, на долларе-канадце. Видите, везде, везде вот он этот улыбающаяся мордочка. Соответственно, он везде стоит. И этот советник генерирует ренка-бары. То есть этот советник строит кирпичи. Вот давайте мы с вами поставим сейчас... О, у меня здесь почему-то стоит офлайн, я его не перетащил. Сейчас перетащу сюда. Для чего я это делаю? На самом деле, когда вы открываете, вот вы, например, открыли, вот мы сейчас даже с вами давайте это сделаем. Возьмем какую-нибудь валютную пару. Ну, например, фунт чиф. В принципе, или давайте фунт канадец. У нас не стоит же здесь фунт канадец. Нет, фунт канадец у нас не стоит, и мы его возьмем. Вот мы взяли валютную пару, правую кнопку мыши, окно графика, вторая строчка сверху. Открыли окно графика, сделали перемотку, обязательно поставили на M1. На M1 он будет лучше работать, потому что он будет как раз строить эти кирпичики. А кирпичики откуда берутся? От каждого пунктика. Он все считает. Итак, что же мы с вами сделали? Мы просто открыли график. График открыли на M1, на минутном таймфрейме. И, соответственно, нам нужно поставить советник. Советник мы скачаем, он у нас будет. Все классно, замечательно. И советник у нас будет в папке советниками. Ну, конечно, ну куда нам вставлять советник, если мы его скачали? Естественно, его нужно вставлять именно в папку советник. Для того, чтобы... Ну, вообще, в принципе, уже много раз рассказывал, как что ставить. Я думаю, что вы умеете. Если нет, посмотрите прошлые вебинары про советники или про индикаторы. Там все это рассказываю. Соответственно, мы поставили советник. Он у нас есть. Ренка Live Chat. Мы его тянем на график. Здесь мы меняем на 5. Вот у нас 10, а нам нужно 5. Ну, для торговой стратегии нужно 5. И где общие, обязательно ставим галочку «Разрешить импорт функции DLL». Это обязательно. Ну и, конечно же, автоторговля должна быть разрешена, это естественно, но это же советник, а как может быть иначе? Он не будет торговать, то есть это просто автоторговля в том плане, что вы разрешаете советнику что-то делать. И поэтому автоторговля в любом случае должна быть разрешена. Советник не торгует, советник просто строит кирпичи. Соответственно, у вас появилось, сразу появляется с левой стороны «Ренка Live Chat 5 Open Offline Fund Cut M2». Вот здесь начинается самое интересное, как же нам взять вот этот вот фунт кат М2, где нам его взять. А для того, чтобы его где-то взять, необходимо выбрать файл, открыть автономно, и здесь мы ищем, у нас фунт канадец. Все, мы ищем валютную пару фунт канадец, вот я нашел фунт канадец М2. Видите, он есть. Вот так вот, он оказывается есть. Нажимаем два раза просто по этому фунту канадцу, и вот у нас появился график. Фунт канадец, именно это ренка, то есть он у нас теперь именно кирпичами. Соответственно, что нам необходимо сделать? Поставить шаблон. Шаблон будет в папке, в папка templates, вы вот прям к себе в папку templates шаблоны ставите. То есть достаточно, в принципе, поставить шаблон, потому что индикаторы используются стандартные, и поставить советник. И все будет хорошо работать. Правую кнопку мыши, шаблоны. Торговая стратегия называется RBKO. Вот он этот шаблон, вы его ставите, и вот у вас появилась торговая стратегия. Что у нас здесь есть, на что нам вообще смотреть, как нам это все дело торговать?
А первое, что мы видим, это индикатор весомо-осциллятор. А смотрите, когда вы только-только поставите, то у вас будет мало котировок. Это нормально, потому что советник еще не построил. И через день-два у вас уже будет много историй, много будет котировок и будут уже полные. Ну вот как, например, на фунте у меня. Вот на фунте у меня, если посмотреть, то тут очень даже много котировок. А если посмотреть на долларе канадца, то видите, еще мало. То есть он еще не успел их построить. Вот. Ну, через какое-то время, они через день-два, их появится очень много и будет уже удобно анализировать. То есть, когда вы поставите, будет, может быть, не совсем удобно. Вот видите, по евро-доллару тоже пока еще не построил. И даже если посмотреть, например, вот давайте откроем файл, открыть автономно и находим М2, который у нас стоят. Ну, вот, например, у меня евро-доллар М2 стоит. Видите, сколько баров? У меня всего 50 баров, поэтому у нас их и мало. А если посмотреть, например, фунт-канадец, который мы с вами поставили только что, то у него на М2 будет, вот, у него на М2 186 баров. И, соответственно, мы видим, что график намного больше. Если посмотреть на фунт-доллар, то там будет еще больше. Вот, на фунт-доллар 522 бара. Соответственно, мы видим еще больше. Вот, поэтому, чтобы все это хорошо работало, просто нужно открыть график, его поставить, чтобы он у нас постепенно набрал эту историю. И дальше уже будет все классно работать, и все будет очень удобно. Еще очень хороший способ — поставить его на ВПС. На ВПС тоже будет очень классно. У кого есть ВПС, тем будет еще лучше. Итак, мы разобрались, что у нас есть тут на самом деле всего два индикатора. Поэтому стратегия очень простая. У нас есть весомый осциллятор, по которому мы определяем. А если нет М2? Сергей, у вас не будет М2, пока вы не поставите советник. Я же вам объяснял. Я же сказал, что мы ставим советник. Вот она наша, это новая пара. Вот, мы поставили советник. На советнике у нас должно быть обязательно в настройках разрешить импорт функции DLL. Мы разрешили. Автоторговля должна быть включена. Для того, чтобы эти функции у нас делались, для того, чтобы этот советник строил М2. Дело в том, что М2 делает советник. Так у вас ни у кого ее нет, М2, это нормально. М2 нет ни у кого. М2 создает этот советник. Он его создает. Соответственно, вы поставили советник, разрешили импорт DLL, нажали ОК. Потом заходите в файл «Открыть автономно». Он только там будет. Находите эту валютную пару, находите М2. Вот, опять-таки у вас советник напишет, что вам нужно найти М2. Вот, ну и, соответственно, автономно. Зайти в автономно и найти М2. Вы нашли, кликнули, и у вас появилось. После этого поставили шаблон. Вот как я это сделал. Поставили шаблон, и все, и у вас, в принципе, все работает. Здесь у нас индикатор весомо-осциллятор, стандартный индикатор весомо-осциллятор. Никаких изменений, просто индикатор весомо-осциллятор. Безобидный индикатор весомо-осциллятор. Дальше, что мы здесь видим? Облако Ишимоку. Облако Ишимоку здесь немного просто, ну, так, чтобы было... Ну, во-первых, здесь настройки облака Ишимоку именно под эту торговую стратегию, поэтому лучше это сделать непосредственно. Вот видите, у нас настройки 9.16.26 у облака Ишимоку. И, соответственно, вот они, эти настройки. И все, других индикаторов здесь нет. То есть здесь индикаторов очень мало, и даже на самом деле вот эту продажу можно было отработать, и отработать весьма качественно. Потому что если мы посмотрим, то мы увидим, что здесь у нас дивергенция. То есть у нас максимум находится практически на одном уровне, здесь, наверное, миллиметр выше, миллиметр ниже. А при этом вот здесь у нас максимум находится намного выше. То есть это говорит о слабости. А дальше, что нам необходимо для того, чтобы... Давайте я вот это закрою, потому что я вам уже рассказал, как что ставить. То есть ваша задача — поставить в папку советника советник, который вы скачаете, и в папку templates шаблон, который вы скачаете с папки templates. Ну, то есть вот этот вот шаблон. Все, больше ничего больше не надо. В принципе, там еще что-то будет, но можете это не ставить. Разобрались, что здесь у нас есть дивергенция. Это очевидно, она есть. То есть отрицать это невозможно. Вот это вот я закрою, чтобы у нас было больше графика, чтобы мы могли лучше работать. А дальше что нам необходимо? Нам необходимо получить паттерн 1, 2, 3. По паттерну 1, 2, 3 я проводил вебинар, но паттерн 1, 2, 3 должен быть не простой, а какой? Золотой. То есть паттерн 1, 2, 3 должен пробить облако Ишимоку. Это важное условие. Если он не пробивает облако Ишимоку, то это плохой паттерн 1, 2, 3. Почему? Потому что вы помните, что мы входим по тренду. А если мы окажемся ниже облака Ишимоку, когда будем входить в рынок, то мы молодцы, мы, значит, входим по тренду, который сформировался. Был восходящий тренд, оказались ниже облака Ишимоку, тренд стал нисходящий. Вот такая красота. Соответственно, здесь вошли, стоп поставили за максимум на уровне. Здесь, кстати, очень хорошо использовать именно
Аренко-бары для того, чтобы строить уровни. И те, кто не умеют строить уровни, потому что просто еще нет опыта в построении уровней, я настоятельно рекомендую попробовать это делать именно на аренко-барах. Почему? Потому что, ну вот вы поставили бы такой классный уровень здесь. Я думаю, что 100% да. Если бы вы именно видели то, что вы сейчас видите. Но если найти валютную пару фунт-доллар, то я думаю, что вы бы не поставили уровень, потому что это было где-то здесь, наверное. Или здесь. Нет, наверное, где-то здесь. То есть вы бы не смогли нарисовать этот... Нет, не здесь, все-таки, наверное, здесь. А нет, это даже M1, это было даже не здесь, я вам скажу. Это было где-то в самом низу. Вот, наверное, где-то здесь это было. Ну, неважно. А суть в том, что на Ренко-барах эти уровни рисовать проще пареной репы. Мы видим, что у нас здесь отличный, шикарный уровень поддержки. Я думаю, что ни у кого нет сомнения, что здесь действительно очень хороший уровень поддержки. И его видно, понимаете, в чем дело? На простом графике вы не увидите. Почему? Потому что там свечи танцуют, там какие-то ложные пробития, там сколько-то пунктов вверх пошли, потом вниз, потом вверх, и у нас такая каша, что мы думаем, елки-палки, что же делать, куда мы попали и как же нам отсюда сбежать. А тут у нас все очень просто. У нас рисуются эти уровни. Уровни рисуются отлично. По цене линию горизонтальную можно нарисовать. Да. Ну вот я нарисовал линию. Вот я нарисовал линию. Соответственно, отличный уровень. А такой вот уровень вы могли бы не суметь нарисовать на простом графике. Потому что были бы какие-то пробития. Вы думали, а почему ориентироваться, по каким точкам. И мы здесь видим, что у нас просто шикарный уровень поддержки, и отрицать это невозможно. А также мы видим, что у нас сформировалось расхождение. Именно даже не дивергенция, а расхождение. Вообще, когда формируется расхождение, то это не хорошо, это супер классно. Это просто супер классно. Почему? Потому что расхождение, оно имеет выход за ноль. То есть слом хребта, соответственно, если говорить на языке Вильямса, то нарушение баланса. Соответственно, здесь у нас были медведи, и здесь был нарушен баланс медвежьего тренда. Соответственно, после этого мы вернулись, потом мы здесь опять нарушили, и даже здесь было на самом деле два расхождения. Если посмотреть, то у нас их здесь было два. И вот когда мы найдем, если два расхождения, то я вас уверяю, что 90%, что вы заработаете с этой сделки, очень круто. Потому что это, ну вот прям вот наверняка это будет очень хорошая сделка. Соответственно, у нас здесь два расхождения, вот был один выход за ноль. После этого у нас минимум на том же уровне, здесь он находится намного выше, просто вот намного выше. После этого мы опять пошли вверх, вот мы пошли вверх, опять пересекли ноль, опять слом хребта медведю. После этого спускаемся даже чуть-чуть ниже, ну или где-то на тот же уровень, ну примерно на тот же уровень мы спускаемся, а здесь мы находимся выше, то есть у нас опять происходит расхождение. На самом деле здесь у нас произошло два расхождения, но это не говорится о том, что вы прямо сейчас должны запрыгнуть, потому что расхождение вы видите на истории. А представляете, вот это вот медвежья свеча, а потом еще медвежья, еще медвежья, еще медвежья, и упали куда-нибудь вниз. Поэтому это видно только на истории. Поэтому для того, чтобы нам входить качественно, входить по тренду, нужно использовать, во-первых, паттерн 1, 2, 3. Естественно, он здесь был. Понятное дело, по-другому быть-то и не могло. Соответственно, вот у нас вверх импульс, вниз коррекция и импульс. На пробитии импульса первого, на формировании паттерна 1, 2, 3, покупка, стоп-лосс под уровень, все под тот же самый уровень, то есть у нас ничего не меняется. Вот он у нас вход, стоп-лосс мы кидаем под уровень, то есть стоп-лосс у нас получается в принципе не сильно большой, 40 пунктов. До первого уровня мы дошли 86, а дальше мы дошли 160. То есть, в принципе, здесь была шикарная точка входа. И мало того, понимаете, в чем дело? Эти точки входа, они технически очень хорошие. Потому что вы, во-первых, входите по тренду. Это большущий плюс. То есть, вы входите по тренду, потому что вы входите выше облака. То есть, ну, если покупка, да, соответственно, вы входите выше облака Ишимоку, когда цена идет с нижней границы, то есть снизу облака Ишимоку, потом мы его пробиваем, получаем коррекцию и вы входите. Получается, вы входите именно на восходящем движении, потому что если цена находится выше, то значит движение восходящее. Если цена находится ниже, то значит движение нисходящее.
Второй момент, вы входите по облаку и Шимоку. Это тоже очень хорошо. Вот смотрите, даже если мы посмотрим сюда, то у нас как бы теоретически здесь могла быть точка входа. То есть мы оказались выше, соответственно, мы можем подумать, что это А. Но проблема в том, что это не B, это не коррекция. Ну почему это не коррекция? Мы дошли до того же минимума. То есть получается, мы опять просто ждем точку входа. Опять ждем, и если она будет, тогда мы ее отработаем. Вот. И соответственно, здесь мы уже оказались выше. Это был импульс, соответственно, коррекция должна быть короче, чем импульс, она была короче, чем импульс. И после этого отложенный ордер, buy, стоп на покупку, купили, все шикарно отработали. То есть здесь, ну, прям все супер классно. А здесь, на самом деле, тоже можно было продать, то есть вот мы прошли вниз, потом вверх, соответственно, коррекция. Вот смотрите, вниз импульс, вверх коррекция и вниз уже пошли. Здесь тоже были расхождения, то есть вот если мы будем смотреть, то... Ну, по этому максимуму, наверное, не совсем правильно ориентироваться, но так вот, если мы уменьшим. И даже здесь можно было продать, и эта продажа дала бы прибыль 100%. Вот смотрите, у нас, во-первых, максимум обновился, вот один максимум, вот второй максимум. Я думаю, вы со мной согласитесь, что это действительно так. А здесь у нас максимум не обновился. Это тоже так. Был выход за ноль? Был выход за ноль. А значит, у нас появилась слабость. И если мы завершим это восходящее движение формированием нисходящего движения и окажемся ниже облака Ишимоку, то нам можно будет продать. Соответственно, мы вниз пробили облако Ишимоку, получили коррекцию и продали здесь на пробитии минимума. То есть вот здесь вот была продажа. Стоп-лосс кидаем за максимум. Здесь стоп-лосс не срабатывает, потому что здесь хороший качественный уровень. Соответственно, вниз прошли. То есть, один к одному мы в любом случае прошли 60, 76. Ну, то есть, чуть больше даже, чем один к одному. Соответственно, зафиксировать первую цель было более чем достаточно. А если на графике открыт уже советник с какой-то парой, а если перетащить другую пару, будет работать или нужно настраивать заново? Если открыт советник с какой-то парой, просто рядом откройте еще такую же пару. И, ну, если вы хотите, например, советник стоит на евро-долларе, а вы хотите еще и поставить Ренко, откройте еще один график евро-доллар, поставьте его на М1 и поставьте туда этот советник, и все. Потому что задача советника Ренко — это просто строить Ренко-бары, и все. Он же не торгует, он просто строит Ренко-бары. Соответственно, вы можете конкретно для того, чтобы он строил Ренко-бары, вот смотрите, здесь у меня все офлайны, то есть на офлайнах мы торгуем. Потому что офлайны именно нам рисуют Ренко-бары, мы на них спокойно торгуем, все классно, замечательно. А вот эти вот, они просто... Да, кстати, если вы их закроете, вот представляете, такая ситуация, с которой, кстати, тоже я заметил, новички часто сталкиваются. Поставили М1, простой график, поставили советника, появилась М2, соответственно, открыли, зашли в файл, открыть автономно, открыли М2, все-таки довольны и думают, ну, а этот зачем мне нужен, я его закрою. Берут, его закрывают. И, соответственно, что происходит? График рынка не строится. Почему он не строится? Потому что вы закрыли донора, который строит этот Ренко-график. Соответственно, вот эти вот все, которые без офлайн, без слова офлайн, это все доноры. И они строят, вот видите, у меня есть донор, фунт кат, и есть фунт кат, на котором я уже могу торговать. Соответственно, именно этот фунт кат открыт автономно, а на этом фунт кате просто стоит советник. И все, то есть на нем просто стоит советник, и для этого он нужен. Если я его закрою, то здесь у меня ничего строиться не будет, потому что здесь строится только потому, что это делает вот этот советник, который стоит здесь. Поэтому если вы закроете валютную пару, на которой у вас стоит советник, то советник работать перестанет. Ну, это, в принципе, ежу понятно. Он перестанет работать, и это нормально. Это нормально, это естественно, а по-другому быть, в принципе, и не может. Итак, подводим итог. Что нам надо? Во-первых, мы используем трендовые пары. Во-вторых, у вас сразу могут не появиться, то есть быть такая же, вот я сегодня просто на этом MetaTrader, ну потому что я на этом MetaTrader для вас провожу вебинары, соответственно, сюда все это установил, и поэтому у меня еще не подгрузились котировки, то есть еще пока не прошли цены, и поэтому такая вот не красота. Там, где были котировки, там все классно. Вот по фунту, видите, были котировки, поэтому все хорошо. А по другим валютным парам не было. Может быть такое, что у вас уже, в принципе, открыт давно график, вы на нем торгуете, тогда вы поставите, у вас будут котировки.
Вот, может быть, у вас сразу будет много котировок, и этой проблемы у вас не будет. А, поэтому мы поставили советник. После этого открыли файл «Открыть автономно». Выбрали M2 той же самой валютной пары. После этого на этот график поставили правую кнопку мыши, шаблоны, выбрали шаблон RBKO. Выбрали этот шаблон, соответственно, вот это все у нас поставилось. Поставились наши шаблоны. А дальше правила для того, чтобы покупать. Для того, чтобы покупать, необходимо получить дивергенцию. Это обязательное условие. Вот мы ее здесь с вами получили. У нас должен сформироваться какой-то уровень. Ну вот у нас здесь прям вот 100% есть уровень, даже сомнений никаких в этом нет. И обязательно покупка строго по тренду, а тренд у нас здесь в данном случае определяется с помощью облака Ишимоку. Соответственно, выше облака Ишимоку мы должны купить, но опять-таки должны прийти снизу. То есть не выше облака Ишимоку вот здесь купить, потому что мы видим, что там это А, это вниз коррекция Б, ну то есть вот это вот все, да, это А, это Б, и типа здесь купить. Но это уже глупо, согласитесь. То есть мы должны начать восходящий тренд. То есть у нас должна появиться дивергенция, мы должны начать восходящий тренд. То есть мы покупаем недалеко от облака Ишимоку, но покупка строго выше облака Ишимоку и строго на формировании восходящего паттерна 1, 2, 3. Вебинар по паттерну 1, 2, 3 я проводил. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, тогда вам не будет сложности. Ну, в принципе, что такое паттерн 1, 2, 3? Это импульс, коррекция, импульс. Соответственно, коррекция всегда короче импульса. Это нормальное явление, потому что если у нас будет все одинаковое, тогда рынок никогда никуда не будет двигаться и будет стоять на месте. Ну, тогда его вообще в принципе рынка не будет. Поэтому у нас импульс, коррекция, импульс. Все. На пробитие поставили отложенный ордер buy stop, купили. Стоп поставили под основание восходящего паттерна 1, 2, 3. Ну, под тот самый уровень. И все, соответственно, один к одному закрыли первую цель, но я работаю всегда двойным ордером, я всегда так делаю. Я не знаю, как далеко мы пойдем вверх, поэтому один к одному закрыли первую цель, а дальше уже можем брать на каких-то важных уровнях. Опять-таки, не забываем, что очень качественно строятся уровни именно на барах рынка. И они очень хорошо отрабатываются. Поэтому строим уровни, и на уровнях уже можем цеплять тейк-профиты. Можем заходить и тройным ордером по уровням, ставить тейк-профиты, их закрывать. То есть здесь уже проблем нет. Итак, разобрались, что вход строго именно на формирование восходящей конструкции, выше облака Ишимоку, опять-таки, чтобы это было близко к облаку Ишимоку. То есть, когда мы уже далеко ушли, значит, уже поезд ушел, ждем смены тренда или какой-то глубокой коррекции, а потом уже будем искать вход. То есть вход должен быть опять-таки выгодный и иметь потенциал. Когда нам продавать? Для продажи необходимо получить дивергенцию. Вот мы получили дивергенцию, даже расхождение. Лучше расхождение. Всегда помните, что расхождение лучше, чем дивергенция. Дивергенция — это просто когда у нас, ну вот я попробую сейчас найти здесь какую-то дивергенцию и вам покажу, чтобы вы знали, что такое дивергенция. Вот, ну в принципе да, долго ли умеючи, нашел. Итак, у нас был один максимум и был другой максимум. Вот они, наши два максимума. Соответственно, здесь мы видим, что у нас второй максимум находится на индикаторе ниже. Это что такое? Это дивергенция. А вот если у нас будет слом хребта, а потом обновление максимума, то есть выход за ноль, нарушение баланса, тогда это более сильный сигнал. Поэтому лучше, конечно, но это в принципе по умолчанию, неважно. А что вы торгуете, лучше использовать расхождение, чем дивергенцию. Почему? Потому что расхождение — это более сильный сигнал. И все. Это не говорится о том, что не надо использовать дивергенцию. Но когда есть выход за ноль, то это просто очень хорошо. Соответственно, что у нас произошло? Вниз мы, ну у нас первое появилось расхождение. Классно, вот оно это расхождение. У нас максимум выше на графике. То есть смотрите, этот максимум ниже, этот максимум выше. Этот максимум выше, этот максимум ниже. Был выход за ноль. Классно. Классно. Соответственно, это говорит о слабости. Но это лишь сигнал к тому, что мы теперь можем наблюдать за этой валютной парой, и если все будет классно, то мы сможем ее торговать. Соответственно, вниз мы пробили облако Ишимоку, импульс получили, после этого получили коррекцию. Ну, это же короче, чем импульс, правильно? Значит, это коррекция. И здесь мы ставим отложенный ордер на продажу. Если мы пойдем вниз, то сработает ордер на продажу. Стоп-лосс ставим за максимум конструкции, это 1, 2, 3. И один к одному обязательно фиксируем частично. Это, ну, один к одному, просто понятие, в чем дело. Когда вы закрываете один к одному, что даже потом, если вынесет ваш стоп, то вы останетесь в нуле. То есть вы с себя снимаете риски. А если будет какой-то там супер тренд, то вы на этом, конечно же, хорошо заработаете. Поэтому и так хорошо. Соответственно, вот такой у нас получается подход. То есть мы нашли
расхождение, дивергенцию, нашли паттерн 1, 2, 3 для продажи ниже облака Ишимоку, возле облака Ишимоку, и для покупки выше облака Ишимоку, опять-таки возле облака Ишимоку. То есть это не 1, 2, 3, тут уже далеко и поздно, тут поезд ушел. И отложенный ордер, соответственно, для продажи sell stop на пробитие минимума, для покупки buy stop на пробитие максимума. И, в принципе, это вот здесь то же самое. Видите, было вот раз, два, три. Здесь была продажа, которая, в принципе, уже очень далеко прошли. Вот уже 72 пункта прошли. Ну, классно. Вот. Ну, дальше, к сожалению, здесь я не покажу, поэтому... Ну, здесь нет котировок, просто вот так получилось. Скажите, пожалуйста, вам понятны правила торговой стратегии? И понятно, как создавать графики рынка? И вообще, что это такое? Что у него не может быть таймфрейма, потому что график рынка, он имеет какое-то количество пунктов, и все. Он просто пункты. Свечи рисуются по пунктам, и все. То есть, вот такое простое правило. И опять-таки, с помощью такого графика очень классно строить уровни поддержки сопротивления. Тем более, когда у вас будет уже большая история. И, конечно же, если вы посчитаете, что М5 мало, точнее, что 5 пунктов мало, вы можете в настройках поставить 10 пунктов, протестировать с 10 пунктами. Может быть, с 10 пунктами будет фильтр, может быть, будет чуть меньше сделок, но они могут быть, например, более долгосрочные сделки, более качественные сделки. Поэтому я думаю, что если у вас есть такой вот азарт искателя, то я думаю, что вы попробуете поменять размер графика рынка, размер кирпича и, соответственно, подобрать уже то, что лучше работает на конкретной валютной паре, и это будет очень классно. А, DLL требуется. Ну, может быть, кстати, из-за того, что DLL требуется. Может. Ну, а без него он не будет строить просто. Это невозможно. Технически невозможно. А есть расписание вебинаров на каждую неделю, точнее, когда по времени выходят. Я вам рассказываю. Я провожу вебинары 2 раза в неделю. Именно вебинар. В понедельник в 11 часов утра я провожу аналитический вебинар, вот как раз на котором мы составляли все торговые планы, которые сегодня отработались. Ну, так получилось, что за один день, бывает. И во вторник в 19.30, это все по московскому времени, во вторник в 19.30 я провожу вот такого формата вебинар, на котором я рассказываю или какой-то вид технического анализа, или разбираю какую-то стратегию, или советник, или еще что-нибудь. Очень какой-то такой вот познавательный, то есть не аналитический вебинар я провожу по вторникам в 19.30 по московскому времени. А также в четверг, где-то ближе к полуночи выходит аналитический обзор, основанный на измененном волновом анализе Эллиотта. На измененном именно. Ну, то есть по моей системе, по умной торговле, короче. Вот, соответственно, это выходит где-то ближе к полуночи в четверг. Это просто обзор, он просто выходит на YouTube-канал. И все. То есть вот 3 видео, которые получаются за одну неделю. Соответственно, вебинары понедельник, вторник. Ну и расписание есть на сайте Grand Capital. Там можно посмотреть, какая тема, что будет. Все это есть на сайте Grand Capital. Заходите в вебинары. В принципе, больше никто не ведет, я веду. Вот, и там все это будет. Я торгую по умной торговле. И, в принципе, здесь даже какие-то элементы умной торговли есть. Во всяком случае, здесь есть поиск слабости. Это мне очень нравится, это мне очень симпатизирует. И здесь есть паттерн 1, 2, 3. Ну, соответственно, если вы знаете волновой анализ, да, то это импульс, коррекция, импульс. В принципе, это и есть импульс, коррекция, импульс. Можно говорить 1, 2, 3, можно говорить ABC. Называйте как хотите, а в итоге получится все равно 1, 2, 3. Вот. Поэтому в какой-то степени получается, что эта стратегия... она имеет схожее что-то с моей стратегией. Ну, конечно, я торгую только по умной торговле. Потому что, ну, представляете, сколько я провел за последние там 3 года вебинаров по торговым стратегиям. Я ж не сороконожка, чтобы торговать по этим, не знаю, там 50 стратегиям, по которым я провел вебинар. Это просто обзор торговой стратегии, которая, на мой взгляд, интересна. И, соответственно, я вам рассказываю об этой торговой стратегии. Я ей не торгую, потому что это вполне нормально. Я торгую по умной торговле, и в принципе один человек не может торговать по 10 стратегиям сразу. Ну это же абсурд. Как бы вы знаете, что я торгую по умной торговле, я ее преподаю, и я много лет уже так торгую, поэтому просто это хорошая стратегия, о которой я вам рассказываю, и все. По Ишимоку буду делать, может, на следующей неделе сделаю, расскажу как раз все про этот индикатор, чтобы вы знали, может, во вторник и расскажу следующий. В принципе. Вот как раз вы просили, я помню, да. Наверное, надо сделать. Сделаю.
Сделаю, расскажу, много расскажу интересного про индикатор. Будете полностью знать вообще, что это такое, почему он такой и как на него смотреть. Давайте расскажу во вторник. Будет интересно. Так, все, я так понимаю, что всем все ясно. Мы уже отклонились от темы, значит, всем все понятно. Очень хорошо. Пробуйте, тестируйте. Конечно же, сначала демо-счет или центовый счет. Попробовали, получилось. Потом переходим на реальный счет и торгуем. То есть не надо с головой вот это вот сразу прыгать. Ой, вот я увидел вебинар, сейчас я $1 000 000 заведу, тещу продам. И потом, а потом тещу как выкупать? Так что надо аккуратнее с тещей. Я вам желаю прибыльной торговли. Не болейте. Да пребудет с нами профит. Пока. Денис, а вот теща это может прочитать. А зачем? И что ты потом делать будешь? Где ты кушать будешь? На дошираки перейдешь? Смотри, от дошираков потом печень будет болеть. А, у тебя ее нет. Ну ничего, появится.